Итак, дорогие телезрители, мы снова с вами находимся на вечере К1. Сейчас мы сможем с вами видеть бой Халида по кличке Дифауст, который представляет Германию, и нашего старого знакомого Сирила Абиди. Вы видите, что Дифауст работает первым номером. Он пытается сразу захватить инициативу. Это очень опасный боксер. Видите, он сегодня отпускает. Сирил пытается прижать его канатом. Что это такое? Какие развороты спины? Это некрасиво. Ох, какой удар. На месте Дифауста я поднял бы руки повыше. С Сирилом Абиди шутить опасно. Как вы уже убедились в предыдущей части нашей программы. Итак, напомню. Халид Дифауст в черных трусах, Сирил Абиди в белых трусах с синими полосками. И вот Халид попытался провести удар и сам упал. Не смог совладать с равновесием. Итак, мы с вами видим бой, который прошел в зале Берси, который находится в Париже в 2003 году. Это явилось полуфиналом. Полуфинальный отбор на финальную часть. Рефери показывает то, что захваты запрещены в К1. Несмотря ни на что, Дифауст идет вперед. Он старается зажать Абиди в угол, но это, мне кажется, Абиди тоже непростой парень. Он будет бить. Ох, какой удар пропускает он. Так нельзя, он ударил после гонга. Так нечестно. Ну, Абиди прямо пошел уверенно в свой угол. Ничем не показал, попал ли, дошел ли удар до его подсознания. Мы видим, что да, хорошо прошел, но огромное самообладание Сирила помогло ему. И вот вы видите, что уже Халид уже рвется в бой. Ему не терпится продолжить рубку. Возможно, он надеется. Возможно, что он надеется снова попробовать так провести такой же удар. Возможно, у него получится. Кто знает. Ух. Да, он слишком быстро пошел вперед. И вот результат. Хороший удар Сирила. И Халид на полу. Да, я думаю, сейчас он будет так вести себя более аккуратно. Но нет, он опять самоотверженно бежит, идет вперед, несмотря ни на удары, которые просто сыпят на него Сирил. Ну вот что мы видим, опять
К1 непредсказуемый спорт, так как здесь инициатива меняется в любую секунду. Бойцы подготовлены физически прекрасно. Огромная сила воли, они умеют терпеть боль и будут биться до последнего. Обиди как настоящий отличный тайский боксер. Его удары в цель проходят очень часто, особенно ногами. И это очень опасно для Леди Фауста, потому что он может, если он снова пропустит удар ногой от Обиди, мне не кажется, что он уже поднимется. Ну вот, он забит, зажат в угол, и все, решение судьи. Судья открывает счет. Да, он готов продолжать бой. Еще в состоянии гроги. Поэтому рефери счел, что для него, для его здоровья будет опасно продолжать бой. И победу отдают Сирилу Абиди.